Аварийная обстановка сложилась на загородных трассах. Об этом сообщают в региональной госавтоинспекции. За сутки произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Погиб один человек, 14 ранены, в том числе и 7 детей. Так, на пересечении дорог Ишим-Викулова и Абатская-Болдырева-Тушнолобова 26-летний водитель на автомобиле «Лада Веста» выехал на перекресток, не пропустив машину дорожной службы. Пострадали двое пассажиров. В Елутровском районе водитель въехал в опору освещения. В результате столб упал на жилой дом. Машиной управлял 24-летний молодой человек, который не имеет права управления транспортом. Он не пострадал, травмирован 38-летний пассажир. Показания алкотестера водителя составили 1,1 миллиграмма алкоголя на литр вдыхаемого воздуха. И смертельное ДТП, но уже на трассе Тюмень-Омск иномарка столкнулась с КАМАЗом. Известно, что пассажирка легкового авто, женщина 70-го года рождения, скончалась в больнице от полученных травм. Мужчина 92-го года рождения, находящийся за рулем, получил повреждения. Обстоятельства аварии выясняются.